Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Хайкель. Привет. Сегодня, да, Виталик. Привет. Угу. Это мы сидим, ну и Мариночка за кадром. Мы сидим на четырех луночках и рыбачим. Рыбалка уже, ну, два часа рыбачим. Вот это вот покрупнее у нас сорожка Хайкель поймал. А это чуть-чуть поменьше. Сегодня у нас 11 апреля. Мы вышли, как всегда, на ночную рыбалку. Как всегда, на то же самое место. Я вас, наверное, задолбаю этой рыбалкой. И опять сидим в ночь, опять ловим. Опять под нами лед 1,20 м, опять подо льдом 30 см. Опять мы ловим на тесто. Единственное, только другие люди. А рыбалка, могу сказать, и еще хуже стало. Раньше было лучше намного, а сейчас стало еще хуже. Ну, из-за того, что у нас, наверное, ветер сильный, играет давление, и то мороз, то слякоть. Тут сегодня в ночь было минус 16, днем было минус 1, сейчас уже опять минус 8. Сейчас, Виталик, покажи уловчик. Достаешь? Покажи. Я тащу. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот, ну, такая вот. Так, ну, это у нас, да, ну как считается, маленькая рыбешечка, мы ее кинем вон в ту кошелку. Кошелка та, тебе. Кошелка Виталькина. А зачем ты это сделал? Вот, Виталик ловит себе и нашим любимым собакам. Это Марику и Чушки, Нюшки. Нюшеньки. Вот. Поэтому две корзины. Одна котлетная, а вторая мелочевка. Собачья. Собачья, да. Сидим мы также с нашим газовым баллоном. Только у нас сегодня обогреватель Сибирячка. Вот она. В палатке тепло. Мальчики все раздеты. Очень тепло. Очень. На улице за пределами палатки северное сияние играет у нас очень красиво, переливается и поднимается ветер сильный. Зима не отдает свои права. И обещают у нас эти ветра, как я смотрел по Дисметео, аж по 20 число у нас будет ветра такие где-то от 8 метров до 14 метров. Поэтому, ну, тяжело будет рыбачить. Поэтому вот буквально вот выбрались. Хотя знаю, что через часик у нас обратно начнется ветер. Будем бежать отсюда, сломя ноги. Это зима, это север. А это вот кто был за кадром у нас? Марихуанетта. Я к мальчикам пришла на рыбалку помогать. Снимать. Да, улов нести. Мы сейчас порыбачим и аиньки пойдем. Санька, сколько у тебя лет рыболовного стажа? С 6 лет, я же говорю, 39 лет. Ё, столько не живут. Вот, посмотрите, сколько поймали всего лишь рыбы. Вот, а сидим буквально часа 3, наверное. Нет, вру, 2. Да, 2 часа сидим. 2,5. Вот этот втроем мы вот наловили вот здесь и там. Вот. Ну что я хочу сказать? Сидите дома. Самого большого леща поймала жена за то, что мужа не разбудила на рыбалку. Такой смешной. Леща, держи. Саша? Да, вот такую вот мы ловим только рыбочку. Вот такую. Пошла на котлеты. Саша тянет рыбку. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Идем домой. 11 часов времени.
наловили рыбки чисто так покушать. Ну и хватит. Пора и честь знать. Всем пока. Смотрите канал Стофити. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. С вами был ваш любимый Санечка. Пока.